12 января 1722 года император Российской империи Петр I впервые издал указ о создании должностей генерал-прокурора и обер-прокурора, а также прокуроров при каждой коллегии Российской империи. Так в России возник институт прокурорства, существующий уже 296 лет. Мурат Хакуй возглавляет коллектив районной прокуратуры с осени 2017 года. Трудится в надзорном ведомстве 16 год и отмечен за свои профессиональные достижения медалью за верность закону третьей степени. Как и в предшествующие годы, в ушедшем году основные усилия прокуратуры были направлены на защиту государственных интересов, противодействие коррупции, защиту прав и свобод граждан, а также повышение эффективности противодействия преступности. Проводилась масштабная работа по противодействию террористической и экстремистской деятельности. И все вышеперечисленное – лишь незначительная часть проделанного за минувший год. В преддверии профессионального праздника прокурор района Мурат Хакуй обращается к своим коллегам со словами пожелания. В преддверии профессионального праздника хотелось бы пожелать коллегам, чтобы они впредь продолжали славные традиции, которые сложились на ниве служения закону, пожелать здоровья, самое главное, благополучия, всего самого наилучшего и успехов в дальнейшей работе.